Молодая, великая земля, малая родина. Имя с удивительной энергией – Солигорск. Кто-то назовет его суровым, с опасным производством. Мы, те, кто живет здесь, знаем другой облик. Солнечный, заботливый, город с горячим сердцем. Освоение Солигорской земли было непростым. Может быть, здесь берет свой исток знаменитый шахтерский характер? 60 лет назад сюда пришли первые рабочие. Началось строительство рудников, возведение домов, инфраструктуры. 1958 год. На карте страны появился Солигорск. Строительство молодого города идет семимильными шагами. Город непрерывно растет и развивается. Город с населением более 100 тысяч человек является крупным центром горно-химической промышленности Республики Беларусь. Район совершил настоящий прорыв от изначального старта до огромных достижений и высоких вершин. Сегодня в районе работает 17 промышленных предприятий. На долю открытого акционерного общества «Беларусь-Калий» приходится шестая часть мирового объема производства калийных удобрений, а продукция экспортируется почти в 130 стран мира. Мы не только добываем калийную соль, но и сами создаем технику для горной промышленности. В районе работают такие мощные предприятия, как Институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, ЛМЗ «Универсал», «Нива», «Посад», Институт горной электротехники и автоматизации. Солигорские машины успешно покоряют просторы иностранных государств. Благодаря самоотверженному труду людей работали, не подводили. За последние 5 лет объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах увеличился в 1,7 раза. На экспорт отгружена продукция на сумму порядка 12,5 миллиардов рублей. Сданы в эксплуатацию Березовский рудник, завод по выпуску НПК удобрений, химкомбинат, мясоперерабатывающий комплекс. Солигорск – город индустриального развития. Здесь работают предприятия самых разных отраслей. Стройтрест номер 3 известен своими достижениями в производстве общестроительных и специализированных работ с мощной производственной базой, высококвалифицированными специалистами. На его счету строительство значимых объектов в республике и районе. Солигорский домостроительный комбинат, благодаря модернизации цеха по производству плит перекрытия, успешно осваивает строительные рынки в городе и по всей стране. За последние 5 лет в районе построили и сдали в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. Реконструируются старые улицы, строятся новые микрорайоны. Предприятия легкой промышленности уверенно занимают лидирующие строчки в рейтинге страны. Продукция фабрик «Калинка», «Купаленко» не раз становится обладателями почетного титула потребительских предпочтений «Бренд года». В Солигорске активно развивается торговая сеть, строятся новые магазины, объекты общественного питания. Только за последние 5 лет розничный товарооборот увеличился в 1,3 раза. Настолько же увеличился и экспорт услуг. Крепнут традиции земледелия современного сельского хозяйства. Сегодня на полях самая современная техника, технологии высоких результатов, высокие урожаи. На стабильно высоком уровне удерживается производство молока, мяса. Солигорские районы ежегодно в числе 100 тысячников по намолоту зерна. По производству куриных яиц Солигорская птицефабрика является второй в республике и занимает лидирующую первую строчку по объему выпуска яиц перепелиного. От души, от сердца. Мы гордимся вами, земляки. Здесь каждый день своим трудом укрепляют настоящее и приближают будущее. Но всегда помним о героическом прошлом, бесстрашном подвиге поколений. Солигорск уже давно ассоциируется с городом творчества. На сценических площадках города проходят такие известные в стране и за рубежом фестивали и конкурсы. Театрон Лайн, Джаз Тайм, Москва Солигорск Транзит, Хореограф и я. Солигорск гостеприимный, а горожане любят и гордятся своим городом. Культурная жизнь города кипит в сценических площадках Дворца культуры, детской школы искусств, музыкальной школы, центра творчества детей и молодежи. Солигорская молодежь – постоянная участница творческих конкурсов. Новые имена Беларуси – властелин села. В городе широко развито КВНовское движение. Веселые и находчивые горожане своими шутками славятся на всю страну. Солигорск по праву гордится высоким статусом образовательного центра. Здесь живут молодые, талантливые люди. В копилке достижений района – областные, республиканские и международные победы.
Сохранение и укрепление здоровья населения, обеспечение охраны здоровья – приоритетное направление в социальной политике города. Поправить здоровье и отдохнуть можно в Республиканской больнице спелеолечения, реабилитационном центре «Зеленый Бор», санаторий «Березка». Работает в районе и летние лагеря отдыха «Дубрава» и «Журавушка». Наш город всегда славился спортивными достижениями. Солигорск не просто представлен в большинстве видов спорта. Районные команды и спортсмены стабильны в числе лучших в республике. Доказательство тому – золотые, бронзовые и серебряные медали, которые ежегодно пополняют копилку всего района. Соединяя амбиции и традиции, здесь началась история нового белорусского города. Солигорск – город больших идей, больших возможностей. Промышленность, культура, сельское хозяйство, инновации, инвестиции и высокие технологии. Но главное богатство – люди, жители Солигорщины, которые каждый день своим трудом прославляют свою малую родину. Край родной, любимый, с широкой душой. Мы живем здесь, гордимся прошлым и создаем будущее.